И всем привет, друзья, это канал Outcast Games, и сегодня мы с вами начинаем прохождение игрушки под названием Человек-паук 2. Да, вот хотели Человек-паук 2, вот получаете, он меня в списке, представляешь, следующим был, я такой охерел прям, ну да, думаю, ладно, скачал такой. Поставил вроде настройки, не знаю насчет настроек, посмотрим по ходу игры. Игрушечка у нас 2004 года выпуска, это после первой части, у нас на 2002 была, от разработчика The Fizz Factor какой-то, я хер его знает, издатель Activision у нас, как обычно. В жанре экшен 3D для детей. Жанр для детей, да. Представляете, вот такая вот херня. Настройки лезть не будем, мы просто нажмем сразу же начать новая игра. Что-то тут как-то странная такая менюшка, если честно. В первой части вроде как-то получше было. Ну ладно, начать новую игру, окей. Так, Человек-паук 2, смотри, какая загрузка, заебись. Сейчас посмотрим, ну-ка, на эту игру. Во, заставка. Это же по фильму. Похожие. Thank you for coming, ladies and gentlemen. You are all about to witness the dawning of a new age. The power of a sun is now. Ты как будто бы с дурдома убежал, чувак. Хоть бы, не знаю, причесался, я не знаю. Ну почти все как в фильме. Так сразу, ни хрена себе. Как-то все не так, как в фильме было, ёптить. Переёптить. Ну ладно, окей. Как-то все так странно. Здорово. Ладно, слушай сюда, модник. Сейчас мы освежим в памяти основы, чтобы убедиться, что ты не потерял навыки от звездной болезни. Без обид. Теперь проверим, как ты раскачиваешься на паутине. Видишь, паутину в воздухе. К ней можно. Блин, какой я жирный. Воу, какой ты быстрый, нифига. А что-то. А что тут было? Подожди, стоп. Ну тут что-то было написано. Да что там за написано-то? И какая-то полоска, что ли, блин. Что там? Не пойму, не успеваю разобрать. Чё? Ладно. Наведи курсор мыши на паутину в воздухе и нажми левую кнопку. Раскачивайся, перепрыгивая с одной паутины на другую. Обогни квартал. Как прыгать-то? Контрол, ты издеваешься? Я сейчас тебя, блядь, как дам. Какой нахер... Чего? Ау, спасибо. Я думал, уже нельзя поменять. Так, хорошо, Елена. Прыжок. Пробел. Увернуться, ползти, смотреть. Давай контрол тогда уже. Хорошо. Так, смотри, поворот налево нам не надо, направо не надо, вверх вниз не надо. Паутина, атака, Enter. Левая кнопка мыши, окей. Состояние, там, все. Правая кнопка мыши, прыжок. Ну ладно, окей. На правую кнопку еще, ну, не знаю. А чё музыки нет? Проще простого. Теперь цепляйся за следующую. Классно получилось, правда? Думаешь, я говорю так каждому, кто купил эту игру? Прекрасно. Чё за фигня? Это вторая часть? Серьезно? Какой полет! Подожди, чё за прикол? В первой части такой херни не было. Видишь эту стрелку над головой? На стрелку еще похоже. Да вижу, стрелку. Вижу, бля. Да, вот эту, сверху. Да давай, ты затрахал, вижу, блядь, слепой, что ли? Чё за... Ладно, а чё за... Я могу вот так вот просто качаться? Пауки ведь ползают по стенам. Давай ползать. Правая кнопка мыши, чтобы запрыгнуть на стену. Стрелки, чтобы ползти. Доберись до контрольной точки. Это такая штуковина странной формы, не проглядишь. И не волнуйся, я с тобой. Это точно вторая часть? Подождите, это не минус вторая? Это как-то против первой части, это вообще говно какое-то. Теперь займемся подтягиванием к стенам. Наведи курсор на тот плакат и подтянись через дорогу к контрольной точке. Это совсем не сложно. Давай, удиви меня. Твоя мамочка может тобой гордиться. Теперь давай опробуем двойной прыжок. Дважды щелкни правой кнопкой мыши. Двойным прыжком допрыгни до следующей контрольной точки. Вперед! Не допрыгивает. Сука, чё за фигня? Подтянись к той контрольной точке в опасной зоне. Приключения ждут. Ну, в каком-то смысле. Чё за хрень, ребята? Это точно вторая часть, блин, Человека-паука? Я вроде же качал вторую часть, 2004 год, все дела. Это точно она? Тут что-то не странно как-то. Не забывай о своем паучьем чутье. Это твоя собственная охранная система. Когда она... Прыгай! Проще простого. А, просто прыжок нажать? Ну ладно, окей. Чтобы атаковать, подойди поближе и щелкни левой кнопкой мыши. Бабах! Угу. Так, а вот и гости. Давай, задай им жару. Это будет круто. Ну сейчас боевку проверим, Давай, подходи. Если хочешь ударить ногой в прыжке, просто щелкни правой кнопкой вблизи от противника. Так можно. Неплохо, паучок. Ты уже умеешь раскачиваться, подтягиваться, то есть, по стене и драться. Просто боевка на все руки. Дальше по программе. Кое-что еще. Боевка получается только тогда, когда есть противники. Так все, да? Опа. Что это? Что-то фреймрейт здесь прям минимальный в игре, походу. А, бандюганы. Да бей ты что-нибудь там как-то. Нифига, он блочит, что ли? Воу. Вот это она... Вот это она багованная. А куда он поехал там? Не понял? Подожди, а куда он поехал-то? Там же нету проезда. А, он через это. Давай, давай, быстрее! Юху! Не ожидал такой скорости от... Где он? Интересно, какой у него двигатель? В12 мощность 500. Наверное. А где он там? Вот так, хорош, мы приехали и... Тюрьма. Да как вы туда уже позалазили, пацаны? Вы чё там, это, слышите, вы слепые. Они слепые, что ли? Чё за херня? Кого хватать? Чё делать? Пресеки побег из тюрьмы. Окей, как? Я красавчик? Да, дай мне, чувак. Бляха, ты такой тупой. Ты прицепись куда надо. Да не так, сука, дурень. На. О, сука. Ладно, где кого пресекать еще? Там что-то есть? Не. Окей. Пацаны, я думаю, мне к вам нужно. Как их? Паутина. Хать. Бесплатно. Но ты даешь, бесплатно? Блять, боевка что-то долбанутая прям совсем. Да хорош цепляться за все подряд. Дай, блин, боевка здесь тупезная. Да иди сюда, ты, сука. На. Хорош, 1500 каких-то очков получил. Молодец, я красавчик. Что за мегаустройство у вас тут работает? Ага, еще парни. Стоять. Почему я этого? Да что ты, блядь, делаешь-то, управляшка? Ну, кто-то стреляет. Кто стреляет? Ух ты, падла. Ща я к тебе подойду. Где ты там? Ха-ха-ха! Так, это мне уже не надо. Да что ты... Это, знаете, игрушка похожа очень сильно на аркаду. Типа, ты бежишь, там что-то делаешь, и тебе там просто тут нужно нажимать кнопочки в нужный момент. И больше ничего, блядь. Что-то какая-то херня, а не Спайдермен. Серьезно. Так. Похоже, у нас проблемы. Влево! Прыжок! О, успел! О, Рино! Да ладно! Здорово, чувак! Сука, дурень. Он такой дурень, вообще, я представляю. На! Так, прыжок биом. Рост 6 футов, Рино, рост 6 футов 5 дюймов, вес 710 фунтов. Настоящее имя Алекс Охим. Род занятий профессиональный преступник. Место рождения неизвестно. Семейное положение холост. Образование начальное. Сила может выжать 80 тонн. Нихуя себе. Сильные стороны. Неразрушимая броня, сросшаяся с кожей. Смертоносная атака электрическим разрядом. А слабые стороны. Когда бросается на противника, не может замедлиться. Может нанести урон от газовой или химической атаки. Ага, Рино, здорово, прикольно, тебя же нигде не было, ни в одной экранизации фильмов. Нихуя ты. На, поколдану ему. Ауч, сука, оба. Настучал. Еще что ли? Ага, сука. Никчемный ты паскуда. Давай. Куда ты помчал? Я возьму это. Бум. Сука, такой дурень. Подать энергию. Вы задержаны сотрудниками исправительного отдела. Нифига они его поймали. Жестко, конечно. Надо поторопиться. Это. Его же не было ни в одной экранизации фильмов. Как это? Амазонский Человек-паук не в счет. Там он был в конце титров, скажем так. Так что за титрами. Так что он не считается. Там экранизации ни одной не было его. Так, хорошо, нужно просто подпрыгивать. Да! Вообще никчемный. Так, где там силовое поле? Ща получу, давай получу. Закон такой дурень вообще. На, по казанку, бля. Оп, тихо. Давай. Осторожно, камни, поберегись. Какие камни? Да я ему почти уже казанок сломал. У него последний казанок остался. На. Сука. Ну, стою. Смотри, стою, не двигаюсь. Давай. Оба. Сука. На. Да, попади ты. Ау. Нифига, одним ударом мне сколько снимать. Ща получу, давай. 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 Ура. Дурень. Почему мы не можем жить дружно? Вот он мощный, короче, смотри. Нихера себе, вот этот... бляха. Он вместо этого. Он вместо, может быть, как его называют, вот это, что сносит здание. Вот это вот, ему работа, блядь, столько работать. А он, короче, такой тупой. Ему снос зданий. Ок. Куда идти-то? Ок, где ок? Док ок. Где-то он его спиздил, а куда идти? Найди способ потушить... окей. Найди способ потушить пожар. Ну, разве что... Может, ты потянешься? Ну, разве что здесь какая-то должна быть башня с водой, я не знаю. Найти способ потушить пожар. Ну, только так. А ничего не... Ага, вон одна есть. Так, а тут-то ничего нет. Способ потушить пожар, ладно. Как потушить? Блядь, не тушится, сука. Как его потушить-то? Тут воды нет рядом, пацаны. О, знаю. Ай, блин, боля. Вот это. Ага, колоночка. На. Правильно все? На. Правильно? Еще? Задание выполнено. Я мало... 1, 2... О, суперсила у меня какая-то появилась. Да ладно. Ну, игрушка, я говорю, как аркада, блин. Оу! Я как свечусь красиво, смотри. Нихера я выдаю. А чё меня хилка не хилает? Миссия завершена. Очки героя тролливали, эротические зоны, эротические пауки. В смысле? Экзотические пауки 0 из 78, беглецы 0 из 28. Чё это значит-то? А чё это значит? То есть мне нужно бегать по городу, что-то искать или что? Так, там доверись до центра города. А какие, что за пауки? Может, подтянешься, не хочешь? Ты что делаешь? А что за пауки? Как их выглядят они? О, так быстрее, смотри, он передвигается. А что, выше нельзя, что ли? Ой, блин, тут текстурки. Говно. Тут нельзя выше подняться, чем... Блин, не дают выше подняться, что за херня? Я так не нравится мне. Так, а что за пауки там они рассказывали? То есть я выше тут не полезу, да? Вы издеваетесь? Что за пауки? Как они выглядят-то? Какие-то экзотические паучки. Не, ну... Мансы он, в принципе, нормально вытворяет. Так, хоп, йо. Эй, голуби! Вы знаете, как экзотические пауки выглядят, нет? Ой, я классно смотрю. Смотри, как я стою. Ебай, у меня новая способность появилась. У Человека-паука новая способность левитировать в воздухе. Он не просто может лазить по стенам, он еще левитировать умеет. Зашибись. А как они выглядят, эти гребаные пауки? Я что-то их не замечаю. Хоть одного покажите. А есть карта? Очки героя, миссия, статистика, максимальное здоровье, текущая миссия, заключенные, преступление, а что за экзотические пауки, что это значит? Какая-то 1, 2, 3, 4, а что это значит? Это я на тап нажал, если что. А есть какая-то карта М? Ага, 2 штуки. А где эти паучки-то искать их? Так, ну-ка давай вы... Вот это, ну это, блин, серьезно, что ли? Бляха-муха, паучок. Чуваки, еще не блеванули, не? Ребятки, не блеванули, а я сейчас сделаю так, что блеванете. Смотрите, блядь, на центр экрана и блюйте, блядь. Сука, что за херня, почему сделали так? Ай, секундочку. Ай, короче, с этим Человеком-пауком что-то, короче, странное. Ну ладно, вроде более-менее так какие-то есть достижения, не достижения, а какие-то паучки, которых искать нужно. Но я, блядь, не могу вылезти выше. Ну это прикол. Короче, давайте на этом пока закончим серию. В принципе, уже время такое. И потом, лучше уже потом пойдем что-то искать. Не знаю, может мне кто-то напишет в комментариях что-то полезное, и мы посмотрим на все. Тут сохраниться как-то можно? Или оно само сохранилось. Ладно, короче, ребятки, давайте. Всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Человека-паука 2. Будем... Я не знаю, что мы тут будем делать, но как-то странная игрушка есть маленько. В общем, все. Всем пока.